Рынок автострахования сегодня меняется быстрее, чем когда-либо прежде. Кризис, санкции, обесценивание валюты, растущий уровень мошенничества – все эти факторы влияют на рынок страхования и автострахования в частности. Актуален ли путь, который привел нас сегодня туда, где мы есть? Приведет ли выбранная стратегия к заветной цели? Как подобрать правильные инструменты для более эффективного урегулирования убытков, для противодействия мошенничеству? Как удержать своих клиентов и как привлечь новых? Специалисты из 11 стран, представители страховых ассоциаций, банков, страховых ведущих страховых компаний, автоюристы, автодилеры, следователи, IT-компании – все они соберутся вместе на нашей конференции для того, чтобы дать ответы на существующие вопросы и определить вектор будущего развития рынка автострахования. Регистрация открыта. Ждем вас в Москве 16 и 17 июня на второй ежегодной конференции автострахования в России и СНГ.